Сотрудник полиции найден мертвым в Экибастузе. Эта новость быстро разлетелась по социальным сетям и мессенджерам. Как сообщалось, страж порядка был якобы задушен ремнем безопасности. На место выехали прокуроры. Другие подробности в нашей постоянной рубрике. В официальном аккаунте телекомпании «Ирбис» в сети Инстаграм люди выражают соболезнования семье погибшего. Сообщение о происшествии поступило ранним утром 1 марта. В салоне авто марки ВАЗ-2115 обнаружено тело оперуполномоченного отдела криминальной полиции, капитана 1993 года рождения. По предварительной версии, он был задушен ремнем безопасности. В экибастузских пабликах размещены фотографии молодого человека. Люди недоумевают, что же стало причиной такой трагедии. Стражи порядка пока не разглашают дополнительную информацию, комментируя лишь по факту. По данному факту начато досудебное расследование, причины и обстоятельства выясняются. А этот крупный пожар случился в поселке Зеленстрой по улице Цефта 28 на территории частного домовладения. Полностью выгорел двухэтажный пескоблочный кирпичный дом на общей площади 260 квадратных метров. Предварительная причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже отопительной печи. Жертв и пострадавших нет, ущерб устанавливается. Аж с усолки было видно дым. Главное, никто не погиб. Тем временем в сети Facebook активно обсуждают новость о планах организовать 3 марта сход жителей поселков Майкорога и Шака по делу об изнасиловании учительницы. Как говорится в описании, люди возмущены действиями правоохранительных органов и хотят не допустить увольнения участковых. Мы возмущаемся тем, что хотят сделать этих участковых крайними, двух участковых. Они хотят уволить их с работы. А благодаря этим двум участковым, вот эта девчонка осталась жива. Мы возмущены тем, за